Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк, смотрите это видео в 4К. Так, двигатель тип двухцилиндровый, четырехтактный двигатель с воздушно-масляным охлаждением и двумя распредвалами, сцепным приводом и расположен над коленвалом. Так, диаметр 107 на 1 мм и 100 мм. Рабочий объем 1800 см3. Максимальная мощность 67 кВт при 4750 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент 158 Хм при 3000 оборотов в минуту. Степень сжатия 9/6, 1. Так, смесь образования. Электронный выпрыск с воспускной коллектор-цифровая система управления двигателем БМО ОСТ электрической системы подачи топлива есть. Очистка отработающих газов, регулируемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор есть. Так, максимальная скорость свыше 180 км в час. Расход топлива на 100 км согласно стандарту WMTS 5/6 литров. Так, тип топлива неэтилированный бензин, суперэтанол макс 15%, Е15, очередь 95, антидетонационный индекс 90. Так, генератор с постоянным магнитным 600 ватт, номинальная мощность есть. Аккумулятор на батарее 12 вольт, 26 А. Не обслуживаем. Передача крутящего момента. Цепление одно дисковое сухое сцепление. Коробка передач 6-ступенчатая. Коробка передач в отдельном корпусе с переключением передач кулачковыми муфтами. Есть. Так, вторичный привод. Карданный вал есть. Ходовая часть тормозной системы. Рама стальная. Дуплексная рама с первичными нижними балками есть. Передняя подвеска телескопическая вилка есть. Задняя подвеска стальная, двойной качающийся рычаг с центральной амортизационной стойки есть. Ход пружины спереди и сзади 120 мм и 90 мм. Колесная база 1731 мм, кастер 150 мм. Так, угол поворота рулевой колонки 57 на 3 градуса. Так, колесо, спицевое колесо есть. Размер переднего колеса 3/5 и 19. Размер заднего колеса 5 и 16. Так, передняя шина 120 на 70 R19. Задняя шина 180 65 V16. Так, передний тормоз, двойной дисковой тормоз, диаметр 300 мм, 4 поршня суппорта есть. Так, задний тормоз, однодисковый тормоз, диаметром 300 мм, 4 поршневые суппорта есть. Система АБС, система BMW Motor АБС есть. Высота сидения 690 мм, без нагрузки. Высота сидения по внутреннему шву брюк 1630 мм. Полезный объем бака около 16 литров, из них резерв около 4 литров. Так, длина 2440 мм, высота без зеркал 1126 мм, высота над зеркалом при массе без нагрузки 1232 мм. Ширина, включая зеркало, 964 мм. Масса без нагрузки в готовом к движению состоянии с полным баком 345 кг. Допустимая общая масса 560 кг. 560 кг. Полная нагрузка серийной комплектации 215 кг. Так, кстати, можно прикупить дополнительное оборудование, да, всякие высококачественные кожи, цветовые решения для декоративной планки и так далее, да. На экране квадрат нажимаем на квадрат и ознакомливаемся, да.
Да, с другими моделями.